Знакомство со спортом во всех его проявлениях. По всей России в первых числах сентября проходят массовые мероприятия по записи детей и подростков в детские спортивные учреждения. В Омской области представить свои виды изъявили желание многие. Центр олимпийской подготовки «Авангард», и без того открытый для всех желающих, приурочил к акции «День открытых дверей». Тренеры ждут будущих чемпионов. Прямо здесь и сейчас проводят набор в различные секции. Желающих масса. Я пришла с внуком, хотим записаться в секцию плавания. Почему этот вид спорта выбрали? Записались мы в тэквондо, потому что в плавании сейчас уже нету набора. Ну, решили пойти в тэквондо. Вот. Смотрим теперь, как ребята вот занимаются. В этот день гости «Авангарда», дети и их родители могли выбрать себе полюбившийся вид спорта, познакомиться с тренерами и спортивной базой, получить консультацию у специалистов и медиков. С той целью, чтобы пришли дети, посмотрели, какие есть у нас секции, выбрали то, чем они хотят заниматься. Но вот в отношении своего вида спорта я могу сказать, что у меня группы всегда полные. И вот, в принципе, как делать добор, вот и может быть только делать добор небольшой. Набирать новые секции уже как бы не позволяет время в зале. Вот, поэтому... популяризация нашего вида спорта. За моей спиной теннисные корты, дети приходят, смотрят, как играют, видят эту атмосферу. Понятно, что они, наверное, решат остаться здесь и выбрать какую-то секцию для себя. Некоторые виды спорта представляют начинающие спортсмены. Показать во всей красе свой вид единоборств, к примеру, решили тхэквондисты. Чтобы быть здоровым и сильным, защищать себя. Почему выбрал вид спорта такой, тэквондо? Потому что я хочу девочку свою защитить и себя сам. У тебя уже девушка есть? Да. Не только рассказали, но и показали, к чему приводит любовь к спорту профессионалы своего дела. Мастер-класс провели ведущие игроки женской баскетбольной команды «Нефтяник Авангард». Мы очень рады, конечно, участвовать в таких мероприятиях, потому что... надо детей привлекать к спорту, и они видят, потому что мы все взрослые, как бы, мне кажется, это какой-то пример, и они стремятся, им интересно, они хотят с нами поиграть, и давайте с вами сыграем, и все, у них такие глазки горят. Конечно, очень хорошо, что такие мероприятия проводятся, и мы только за, то есть все-таки спорт должен восторжествовать. Спорт без границ. Это доказывают чемпионы всероссийских и мировых стартов, паралимпийцы. Плавание, фехтование, легкая атлетика. Наши атлеты преуспели во многих направлениях. Сегодняшняя акция действительно, она как бы проходит по всей стране. Имеет с собой направленность на привлечение молодежи, пожилых людей, всех слоев населения к здоровому образу жизни. И действительно, как бы правительство ставит перед нами определенные задачи. Сейчас вот как государственный чиновник могу сказать, что задачи очень серьезные. Но видя вас, зная вас, уверен, что эти задачи вполне выполнимы. В рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт» себя показали и грацией. В Центре по художественной гимнастике также прошли показательные выступления. В зале присутствует чемпионка Олимпийских игр Ксения Дудкина. Гимнастика сегодня один из самых популярных видов в нашем регионе. А как добиться здесь успеха? Из уст заслуженного тренера России Веры Штельбаумс. Акция «Я выбираю спорт» в Омской области состоялась. К тысячам любителей здорового образа жизни добавилось еще несколько тысяч желающих стать, если не чемпионами, то как минимум здоровыми людьми.